помощью этой виброплиты уплотняют то, до чего не достает каток. К примеру, асфальт вокруг ливневок. Качественной дороги на этом участке от Курортного проспекта до выезда на улицу Возрождения местные жители не видели давно. Дорога не ремонтировалась много лет и была уже в аварийном состоянии. Поручение произвести реконструкцию дал глава города после очередного обхода. Все это делается в рамках того, чтобы поднять качество проживания в нашем микрорайоне. Ну и было хорошее отношение жителей, чтобы видели, что действительно мы все стараемся, делаем для них. Это не каких-то в рамках популяризации какого-то отдельного вида. Это идет плановая наша работа. Новый асфальт покрывает всю площадь дороги. Двустороннее движение сохранится и, возможно, появится зона для пешеходов. Напомню, ремонт улицы проводится в рамках программы благоустройства всего микрорайона Бытха. Полностью уже заменено дорожное полотно на улицах Лесная, Дивноморская и Ворошиловская. Основные улицы Хост и Кудепсты также будут обновлены. Всего в ближайшие месяцы новое дорожное покрытие появится на 32 улицах курорта. На это из краевой казны выделено 230 миллионов рублей. Еще на 46 улицах будет проведен ямочный ремонт за счет средств городского бюджета.